Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, на канале MyGTRU информация по 20-литровым ведрам из Японии, что у нас пришло и в каком количестве. Пришел наконец-то Castle 20-ки 5W30, которые кончились у нас недели полторы назад. Пришло всего две палеты, их 27 штук палет, это 54 штуки. Пришла одна палета 0W20, ну 0W20 у нас еще на остатки были, поэтому их хватает. 5W30 пришло мало, а следующая партия будет в мае, поэтому советую поторопиться, кто еще имеет желание купить. Номера оригинальные на Castle 5W30 стоят именно тойотовские, 08880, на 020 стоят оригинальные номера, начинается с эко-галочка касловские. Напомню еще раз, что Toyota и Castle это один и тот же продукт, выпускается он на трех заводах сейчас в Японии, это Вакаямовский, бывший Ксамобиловский завод, и на двух заводах EMG-шных, в Цурубе на станции, на Нагишной станции. Короче говоря, касловские продукции в Японии себе вести в любом аукционе, абсолютно любой аукцион, заходите в любой там сайт японский, вводите Castle 5W30, у вас половина вылазит примерно 5W30 Castle, половина Toyota. То же самое касается 0W20, у вас половина вылезет там поиски Toyota, в красном дизайне у нас тоже они периодически приходят, а половина вылазит Castle, потому что это одно и то же абсолютно. Castle делается для автомаркета и выпускается на тех же линиях, это тот же самый продукт, что и тойотовский абсолютно. Поэтому здесь Castle маркируется оригинальным номером Toyota, начинается 08880, но может также маркироваться оригинальным номером Castle, начинается, который с эко-галочки. Я про это рассказывал миллион раз уже. Эти тупейшие слухи о том, что Castle и Toyota это разные продукты, это прям бред сивой кобылы, это один и тот же продукт абсолютно. Бочки те же самые, которые продаются там красные, видите, с белой крышкой. Это все Castle продукт, на них написано Castle, сбоку тойотовский оригинальный номер. Даже наклейки просто раньше клеили, клеилась наклейка для внутреннего рынка, получается, для конвейера, наклеилась Toyota, а сверху на нее клеилась уже наклейка для экспорта Castle-овская. Вот он тоже знает, кто давно занимается Castle. Поэтому Castle Toyota одна и та же жидкость абсолютно. То есть это тойотовская жидкость оригинальная. Castle 020 и Castle 5W30 это та же самая Toyota 5W30 0W20. Абсолютно одинаково, идентично. Что касается, что еще пришло у нас? Пришел у нас по Zepro дизель DL1. Напомню еще раз, что Идемитсу это единственная структура в Японии, которая сама для себя производит пластиковую тару. Это не пластиковые канистры 20-литровые японские, а Идемитсу делают на собственном своем заводе. У них есть производство пластикового, у них есть экструзионно-вдувные машины, на которых они производят данные продукты, саму пластиковую тару. И они делают ее сами для себя. Это единственная компания, которая делает по маслам, по крайней мере, насколько я знаю. Больше никто не делает пластиковую тару для себя. Тара, кстати, вообще классная. Такие вот 20-ки Идемитсу, которые, они прям, реально прикольно сделаны, классно. Вот если вы посмотрите даже, как она физически сделана, когда получите ее, если купите, просто это шедевр пластомата. Lexus пришел 0.20, Lexus 0.20 и Toyota 0W20. Это одно и то же, конечно же, само собой разумеется, просто тем, кто любит черный цвет, и те, кто любит, чтобы было для Lexus Lexus, могут покупать Lexus, хотя он стоит дороже. Стоит дороже не потому, что мы так захотели, а стоит дороже, потому что мы закупаем его в закупе дороже. Маркетинг. Все это маркетинг, конечно. Вот, Lexus для Lexus, Toyota для Toyota. Lexus у нас пришло 20-ки всего полпалет, даже не полпалет, 10-20-ок пришло всего. Вот, 10-20-ок Lexus пришло. Пришло 17 у нас банок 0W30 Gazoo Racing. Gazoo Racing, напомню еще раз, это подразделение Toyota, которое сейчас занимается спортом, мотоспортом, автомотоспортом для Toyota. Они спонсируют команду, не спонсируют, вернее, свои команды есть. И они сейчас большую маркетинговую работу сделали, когда выпустили Супру новую, GT86, они там к этой эгиде очень много чего сделали, и, в общем, реклама была массирована под GR, и она популярна стала в Японии относительно. То есть там Circuit и так далее, масла, они в Японии, в принципе, более-менее продаются на уровне остальных маркетинговых вещей, типа там, не знаю, Vacos и прочие вещи, они продаются, наверное, получше, конечно. Вот на сайте официальном тойотовском, опять же, есть МСДСки по газорейсингу, и там все это прописано, кто делает, и зачем, и для чего это. Это не супермасло, это обычные масла с хорошим пакетом присадок, Infinium, естественно, но они никакой тут нету прям мистики или волшебства, а просто они стоят слишком дорого, потому что это газорейсинг. Это шильдик GR. GR шильдик видели наверняка там на камрюхах. Некоторые ставят сейчас там
на некоторых там Ярис и так далее, газурейсинг ставят. В общем, масла не особых там с неба звезд не хватает, обычное, качественное, классное масло, как бы, но, на мой взгляд, конечно же, оно столько не стоит, но у нас есть на него покупатели, у нас, вот мы привезли сейчас, ну, не полностью палету взяли, 17 штук, потому что у нас есть предзаказы уже примерно штук на 10, у нас уже люди предзаказы сделали, они их уже, как бы, их ждут, вот, поэтому 7 еще оставим там для продажи через маркеты, через наши, ну, не знаю, если у кого-то есть желание, я рассказывал про этот продукт конкретно, куда подходит он, каким движкам, он подходит и к зажигалкам некоторым, вот, подходит еще там для некоторых свежих двигателей, которые ставятся, в частности, на современные автомобили спортивные Toyota. Вот, пришлось 17 штук, напомню еще раз. Castrol H5W30 пришла одна палета, 27 штук, но про него я уже рассказывал неоднократно. Castrol этот H ничем не отличается от европейского, производится в Японии, делают его на Чугае сейчас по лицензии. Что касается Субарика, Субарик пришел 0.20 и пришла тоже палета 27 штук. Субарик очень мало продается, у нас мы просто запасом взяли, у нас еще оставалось на остатке, пока есть наличие. А и пришла новая упаковка от DL1 тойотовского продукта 0W30, конкретно в данном случае. Банка уже новая. Дабы не сеять панику, я про нее расскажу чуть попозже. Полностью банка сейчас производится в Таиланде. Это новая банка, упаковка вернее. Выглядит она по-другому, отличается от японской визуально внешне. Так выглядит баночка. Делается она в Таиланде, разливается вернее в Таиланде. Давайте к этому коснемся чуть попозже. Тема эта отдельная, чтобы людей полностью проинформировать. Я материал подготовлю отдельно, потому что очень много продуктов сейчас будет делаться в Таиланде. Toyota заказываются, разливаться, и там все не так однозначно, поэтому, ну, имеется в виду, все нормально абсолютно, никакой паники, качество масла не поменяется абсолютно, потому что тоже продукт будет, тем не менее, розлив будет производиться в других странах. Я объясню в отдельном видео, почему, зачем, кто это решил там и зачем вообще это нужно. Вот, пока ситуация вот такая, что у нас некоторые партии уже пришли в новом дизайне, я про это расскажу еще раз, напомню чуть попозже, дабы это все было полноценно. Тормозуха. Пришла у нас Эйки. Наконец-то я вот сейчас показал для примера вам BF3. Это до третьей, которую можно заливать во все абсолютно автомобили, которые сейчас у нас катаются по нашим дорогам. До четвертой, до пятой пришел тоже. Ну, до четвертой это продукт универсальный, который можно заливать вообще везде. До пятой есть у нас всегда в наличии, но его заливать нужно в три автомобиля, которые у нас в России катаются. По до пятому очень мало спускаться сейчас. У кого-то есть в мануале. Поэтому до 4, до 3 они у нас сейчас есть. 4-литровые канистры, извиняюсь, вернее, и пол-литровые. Сейкин – это тормозная жидкость, образцово-показательная. Такая же абсолютно, как оригинальная тойотовская, ниссановская, мазовская, как KK и так далее. Можно смело покупать. Еще раз напомню, что в описании к этому видео все ссылки есть. Обязательно я размещу и наши контакты, телефоны наши общие для связи, для нашей. Иногда проще и дешевле покупать через наши оптовый отдел, через наш, вернее, иногда проще со скидками, которые дают Amazon, либо Wildberries покупать, либо Мегамаркет. На Мегамаркете есть, кстати, тема очень хорошая с бонусами Сберспасибо, во-первых, можно их использовать полностью 100%. А во-вторых, там промокода есть, и прям как бы они такие нормальные. Иногда на Мегамарке дает промокод, который позволяет купить продукты дешевле себестоимости этого продукта. Вот, абсолютно серьезно, я сам лично покупал там пару вещей дешевле себестоимости именно с учетом промокодов. Потому что у кого есть Мегамаркет, кто имеет аккаунт на Мегамаркете, приходят постоянно эти промокоды на покупку разных товаров. Бывают промокоды универсальные, которые можно купить там и масло, и продукты, все, что хочешь. Бывает промокод, который приходит там на определенную группу товаров. В общем, иногда бывает аттракционно невиданной щедрости, они дают промокод, который реально позволяет купить дешевле товар, чем себестоимость этого данного конкретного продукта. Это с маркетинг поддержки самого маркета, то есть они вкладываются в развитие его, потому что Мегамаркет, конечно же, сильно не дотягивает, и давай Wildberries до Озон сильно не дотягивает. Почему не дотягивает? Потому что они дорабатывают систему работы именно для продавцов, потому что сейчас система ужасная. Просто вот реально кошмарная система работы для продавцов именно на Мегамаркете. Работать настолько неудобно, вы там представляете, даже загружать товар нужно через XML-файлы эти. Вообще-то не прошлый век, это позапрошлый даже век уже. Поэтому сейчас они работают, может быть, что-то изменят, конечно, в ближайшее время, очень надеюсь. Ну, в общем, они стараются всяко разно дотягиваться до Wildberries Озон, стараются упростить работу с продавцами, и из-за этого дают специальные бонусы и так далее.
Вот, а Wildberries, Озон, они сами фигачат скидки, там, причем зачастую иногда хорошие. Иногда получается дешевле взять у нас все-таки на Wildberries, Озон, потому что, ну, доставка там для вас бесплатная и так далее. Вот, чем у нас через наши склады. А иногда бывает наоборот. Мы работаем со знаком Synergy, отправляем транспортными компаниями этими в основном, потому что у нас с ними есть договорные отношения, и для нас это гораздо дешевле, чем если вы бы заказывали сами доставку. Наши менеджеры вас, в общем, проинструктируют, расскажут там по стоимости перевозки, сколько это будет стоить для вас, примерно плюс-минус, это все итогово считается уже транспортной. И, в общем, отправим вам. Оплата можно, у нас сейчас удобные ввели систему, мы по СПБ можно платить. Система быстрых платежей, система СПБ, да, СБП. Либо можно платить через там QR-код, либо по ссылке, как вам удобно, дистанционно. Если у нас в офисе, то можете платить через карты кредитные, там, чем угодно. У нас терминал есть, который позволяет оплачивать любыми картами абсолютно. Надеюсь, информация стала для вас интересной, полезной. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Все ссылки размещу в описании к этому видео. Всем пока.